сидя на красивом холме. Я часто мысли, и вот что кажется мне, что дело не в деньгах, и не в количестве женщин, и не в старом фольклоре, и не в новой волне. Но мы идем в святую в сторону леса, и все, что есть у нас, это радость и страх. Страх того, что мы хуже, чем мы можем, и радость того, что все в надежных руках и в каждом сне. Я никак не могу отказаться и куда-то лечу, но когда я проснусь,